Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс». На 67-м году жизни скончался Марк Бравун, художественный руководитель Донецкого национального музыкально-драматического театра. Причиной смерти стало тяжелое заболевание. Панихида и прощание с Марком Матвеевичем состоятся завтра в 10 часов утра в помещении театра Муздрамы, которому народный артист отдал 36 лет своей жизни. Мне очень не хватать его будет, когда я буду играть спектакли и смотреть на то место, где он всегда сидит. Я буду его искать.